только что достала из печки. Хочу вам показать, какой у меня каравай щебыш. Сейчас хочу его взвесить. Это 100% цельная мука. И все, здесь килограмм муки. Килограмм муки цельной стоит 6 шекелей. Сейчас посмотрим, сколько выходит хлеба. Итак, килограмм 712. Вы видели? И все это за 6 шекелей. Это потрясающе. В магазине или в пекарне это будет стоить... Но если полкило стоит 17-15 шекелей, то есть посчитайте. И здесь я точно знаю, что у меня в составе, и нет целой таблицы Менделеева. Я думала, это ты учишь английский язык, а выходит мама? Нет, ты, я из тебя, я из тебя. Я ничего не поняла, что ты сказала. Я из тебя, из тоже из него. А, от меня учишься, от него? Тис. Что такое тис? Зубки. Зубки. Что? Мама. Что? Что там? Ты мне не дал, ты мне не помогла. Почему? Ты не прошла? Ну, давай заново. Практика. Мой наставник говорил, практика ключ к совершенству. Они-то шестилетним детям говорят. Я-то с трудом поняла это. Какая часть тела у нас на плечах? Какая часть тела у нас на плечах? Head. 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 Ты что, глухой? Давай еще раз. Ты что, глухой? Эй, ты молчишь, или я тебя не слышу? Хэд. Точно. Хэд. Ну-ка, дальше. Как называется передняя часть головы, на которой не глаза, но сырой? Фейс. Не фейс, а фейс. 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 А вот я фейс. Тис. Понятно, ты глухой. Попробуй еще. Да. Ну давай, тис. Тис. Не тейс, а тис. Тис, Мелисса. Тис. Понятно, ты какой. Дай пять. Какая это часть тела? Я должна говорить, я должна говорить, это фит. Фит. Не фиш, а фит. Фит. Мне не надо подсказка, мама нам подсказка. Фиш. Не фиш, Мелисса, а фит. Фит. Не знаю, что-то он не слышал наш фит. Глухой, понятно? Может быть. Какая это часть тела? Фит. Фит. Причем они показывают не ноги, а ступни. Фит это ступни? А, папа? Это ступни, фит? Мама, ты меня очень залезла. Наверное, да. А почему же говорят ноги тогда? От карандашей нос оттереть. Мама, ты что мне делала здесь? А голова она? Нет, я тебе не сделала белый пояс, я тебе давала салфетку, чтобы ты оттерла свои карандаши. Где? Нос у тебя весь черный. Где? Моя
Диана, я с тобой разговариваю. Где мать? Ты нас туда летишь? Все. Ну, да. Есть где-то еще фломастеры? Да нет. Нет? Нет. Ну-ка, посмотри на меня. Ты их не ела сегодня? Нет? Не ела? Папа, с бонусом видео? Еще одно видео? Это мы будем вечером делать, когда ты больше заработаешь сундуков. Нет, я заработал. Ну-ка, покажи, у меня такое чувство, что где-то еще нравится фломастер. Очень мощный. Нет. Давай, ну, смотри, мне все ломалось. Это мощный. Не, Мирис, мы должны это делать в другом месте, не сейчас. Ты, называется, села посмотреть сериал. Я нажала, я не хочу. Сначала английский родился у нас, потом давай сделаем видео про игру. Игрушки тележки на игру. Ты хотела сказать на моих. Они плохая. Насколько мне известно, я один зарабатываю. Я всего лишь попал под ее чары, как ты, твои старики. Ну конечно. Что вы говорите, мистер Панда? Да, слава. 18 лет я был женат на женщине, которую не знал, способной на убийство ради денег, что хуже всего. Полагаю, для тебя это был шок? Лара, не стану скрывать, я допускал ошибки. Все ты меня не назовешь. Но я не позволю приписывать на них преступления. Я вижу, как глубоко ты страдаешь. А ты зачем сюда приехала? Знаешь, что заявила Донателла при аресте? Что ты сообщник? Итак, дамы и господа, сегодня у меня на повестке дня шакшука. Здесь у меня два помидора, лук. Я его режу не кольцами, а как бы поперек, чтобы вот такой вот он получался. И красный перец. И вот такой вот соус, база для шакшуки. Ну, можно взять, по сути, любые... Да не томатная паста, а, знаете, такие мелкорубленные помидоры в собственном соку. Просто надо будет чем-нибудь дозаправить побольше. Там, кто хочет острого, кто хочет там еще петрушки. Я не знаю, там, что еще есть. Кинза, там, что вам нравится. Но я беру, так как у нас есть, я беру сразу готовый. А шакшука у нас просто по поводу того, что у нас очень много осталось яиц. Ну, это немного, это как бы то, что осталось, и у них заканчивается срок годности. Мы не затаривались яйцами, просто наш друг, он хозяин кафе. И вот все, что у него в Аруме осталось, было две таких, он нам отдал. Поэтому мы не особо большие едоки яиц. И мы вот сколько за две недели смогли съесть, столько съели. А это вот то, что осталось. Да, тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Это дофига. Это дофига, но надо их все... Я даже не знаю, что с ними делать. У нас еще есть пачка, которую мы купили. И вот это вот все просто надо за следующие два дня уже съесть. Вот, потому что, да, он сказал мне нет смысла их держать, мы закрыты, забирайте. И вот на нас упала в самый дефицит, по сути, да, вот такая вот куча. Закрылась коробка с яйцами. Знаете, я сделала дефицит в кавычки не просто так, а дефицит, на мой взгляд, это когда есть спрос и нет продукта. То есть, когда нормальный спрос и нет продукта. Это называется дефицит. То есть тебе надо там упаковку яиц в неделю, ты идешь или нет. А сейчас получается большой спрос, и не то, что люди это съедают, люди это накапливают, поэтому это, я даже не могу, я думаю, это как-то по-другому называется. Это какой-то искусственно созданный дефицит, не потому что людям не хватает, а потому что люди, как хомяки, накапливают дома. Всем всего хватает, накапливают дома. И даже плюс ко всему, если не накапливают, очень многие люди сейчас в карантине дома. Там, конечно, кто-то работает, но большинство не работает. Ты больше ешь дома. Ты не ешь, даже если физически. Вот я не ем больше, но я все свои приемы пищи осуществляю дома. Поэтому, естественно, дома больше еды, больше на это денег уходит. Но ты не ешь в каких-то других местах, потому что больше поесть просто негде. Вот, мы тут на днях выезжали на акцию протеста, если кому-то интересно, на моем втором канале есть видео на эту тему. И
Мы поехали на точку сбора, потом проехались по городу, и потом, перед тем, как вернуться на точку сбора для митинга, мы заехали домой, чтобы взять какую-то еду, что-то еще, и поехали на точку, да, где митинг, кому интересно. Мы не нарушали карантин, и кому интересно, как это было, на моем втором канале, если я не забуду, я вам ссылку оставлю внизу, посмотрите, потому что организовано все было просто, знаете, настолько потрясающе, профессионально, и никто ничего не нарушал, и в конце мы еще аплодировали полицейским, которые обеспечивали нашему кортежу проезд по городу и безопасность во время этого мероприятия, следили, что никто ничего не нарушает. Полное сотрудничество было с полицией, полное сотрудничество со всеми. Великолепно. Еще, знаете, в Израиле по закону ты не должен на митинги, на всякие... Во-первых, митинги можно проводить во время карантина даже в рамках правил безопасности, но можно. Это как бы фундамент демократии, его никто не может запретить, но в рамках, да? Во-вторых, сейчас ни у каких государственных органов нету регуляции над этим. То есть ты хочешь делать митинг в рамках, там, если карантин или чего-то, ты это должен соблюдать, но ты просто должен сказать муниципалитету и полиции, где и когда ты это делаешь. Если это место свободно, оно чаще всего свободно, никто не имеет права тебе отказать, они просто должны обеспечить безопасность. И все, больше они ничего делать не могут. Ты не должен подавать никаких просьб, их не должны разрешать. Нет, ты просто должен уведомить полицию, что ты это делаешь, и стоять, естественно, да, если это карантин, в рамках карантина. А если это простой день, то, да, полиция просто должна заботиться о том, что, как бы, да, все проходит. Хотя, вспоминая всякие эфиопские демонстрации, то, что там было, их не разгоняли, пока, вот я говорю, у нас, мне часто говорят, у вас вот демократия блюдется, и все, знаете, у нас демократия с перекосом. Больше позволено тем, кто высказывается, чем тем, кто не хочет слушать. Потому что мы тогда и, ну, тогда были трудности, да, мы не могли там от мамы моей мерису забрать, потому что просто были перекрыты все дороги, и это длилось просто, пока уже совсем не вышло из-под контроля, ну, вот, да. И потом уже вызвали конную полицию, и тогда все это разогнали. Конечно, у нас никто ничего не сжигал. Мы все работящие люди, которые просто отстаивали свои права на равное право между частным предпринимателем и наемным работником. Потому что у нас частные предприниматели не имеют внимания, сядьте, если кто-то стоит, больничных, отпуска и безработицы. Это как бы банальные вещи, я не буду перечислять все остальное, это банальные вещи. Да, если я что-то со мной, я заболеваю и не могу выйти на работу, мне никто за это не платит, и это ненормально, потому что национальное страхование я плачу еще больше, чем платят люди, которые наемные работники. И наемные работники, это они не работают у каких-то мифических людей, да, они работают у частных предпринимателей. Малый бизнес, средний бизнес, крупный бизнес, это все частный бизнес. И мы лишь, которые обеспечиваем людей рабочими местами и страной экономикой, оказываемся с голой жопой. Вот. И это не из-за нынешнего правительства, это то, что было создано при создании государства, именно вот этот социалистический сраный стиль, с которым наше правительство нынешнее и борется сейчас. Но вот пришло время и это решить. Так что, вот. Такая ситуация, буду делать шакшуку. Вообще не на эту тему хотела говорить, но уж заговорилась. Ладно, вернемся к шакшуке и к яйцам. Значит, у меня здесь такая гигантская сковородка. О, пар идет. Тебя так приближу и отойду подальше. Я здесь обжариваю лук, перец с помидорами. И потом две банки соуса туда вылью. И когда все это дело закипит, ну не закипит, а начнет побулькивать, по сути, туда надо будет яйца разбивать. Ну, посмотрим, может быть, я яйца потом сделаю, потому что мне надо по делам выйти. Посмотрим, как у меня будет. По крайней мере, вот это все будет готово. Можно делать и без этого всего, просто эти резанные, как-то томатные... Как это называется-то, а? Короче, измельченные томаты в томатном соке. Две банки, добавить немножечко чесночка, чего-то такого там, да, что вы любите, специи, посолить, поперчить. И разогреть это все на сковородке с оливковым маслом, и потом туда, когда это все горячее, просто вбить яйца. А можно и вот добавить дополнительные вещи. И вообще туда можно добавлять все, что угодно. Хотите баклажан, хотите можно там кабачок, хотите какой-нибудь артишок, хотите батату. Кстати, у меня есть батат, можно добавить все, что вам вообще в голову придет. Кстати, вот он, батат.
Это родственник морковки. Такая похожа на картошку, но это родственник морковки. Я думаю, может быть, сейчас испечь ее в духовке и в микроволновке, и туда ее закинуть кубиками, порезать. Хорошая идея, хорошо я вспомнила. Мы тут вышли немножечко прогуляться, посмотрите, что это. Увидели апельсины это? Да, видели до этого эти карликовые апельсины, а сейчас мы вот это. Им они голодные, и у них нету фрукта, не может это. Да, если они голодные, у них нету фруктов, Мелисса говорит, можно это съесть. Интересно, попробуем. Что это? Что это такое? Да не видно. И там... А видите, куда оно уходит? И знаете, что это за дерево? Это фикус. Это обычный наш фикус. Ну и вот он. Вот он идет. И вот до сюда. Ничего так фикус, да? Вот это все один банальный фикус. Вот так фикусы живут. Мы просто тут вышли прогуляться слегка. Смотрите на этот старый домик. И скоро он станет вот таким. Вот так вот. Сейчас очень много домов в Тель-Авиве вот проходит такое изменение. Поэтому даже старые дома в городе сейчас очень сильно меняются. Вообще город за последние 15 лет просто стал другим. Что-то они там увидели. Что вы там увидели? Цветочки? Да. Да, апельсины. Я думаю, это не китайский апельсин. Я думаю, это какие-то клемантины или что-то такое. Красота. А тут, я думаю, это или лимон, или лайм. Я небольшой знаток, а там прячется кот. Вы видите кота? Вон он. Такое дерево я могу воспринимать. Что там у них? Да. Что только не найдешь на тель-авивских балконах. Как фикус. Вот это еще ладно, фикус. Но тот гигантский мутант на всю улицу. Смотрите, какой дом. Никакой совершенно дом, но смысл, что я хотела показать, что это лифт. Вот вход в подъезд, вот, а это вход в лифт. И вот он, этот лифт идет. Прикольно. Мы выгулили. Выгулили. На бульвар Нордау. Я уже думала, это летучая мышь, а это голубь. И вот они, деревья, которые с ягодами. Это красная ягода, когда по кумполу прилетает, а если она еще и сбродившая, то я даже не знаю, что хуже, когда птица насрала или когда эта ягода по кумполу стукнула. Я уж молчу, если попой на нее присесть, на скамейке. Или даже не на нее, на след от нее. Этот дом, это вообще... Этот дом, это нечто. Я иногда на него смотрю, думаю, что это? Смотри, какой он тонкий. Он, может быть, внутрь больше уходит. Но он, да, прикольный, я его уже показывала. Ну, это папа было очень явно. Так, давай ты, Мелисса. Нет, я просто хорошо играю в эту игру. Рыбка. Да, ну какая? А есть такая рыбка, которая прыгает? Подожди, как она мне сказала? Рыбка Типор, кто-то сказал, рыбка с крыльями. Не, есть дельфин. Это рыбка, которая, как она, попугай. Да, я делала рыбку попугая. Как быстро в воздухе переобувается наш ребенок. Поразительно. Рыбка попугай. Акула. Нет,
это рыба-меч. Какой, что это рыба-меч? Ну, есть такое. Что, кутамбавая? Нет. Мерис пытается улететь, по-моему. А я говорил, что дельфин, ты не дельфин? Ладно, сдаюсь. Ты говорил, есть какая-то дикая животное, шла далеко-далеко из дома. Ясно, это животное, которого нет было. Есть. Есть, мама, есть. Ты что? Есть животное, которого нет. Молодец. Давай, давай, папа. Давай, папа. У тебя даже цвет подходящий. И размер. И размер. Маловато. Еще осталось, чтобы у тебя ушки были такие. Это не животное. Это танк. Ну, почти. Пушка. Пум-пум. Так, давай рассказывай, что это. Мне уже интересно. Ну, вот это пушка Эмгальгали. Ну, это танк. Пушка. А, пушка Эмгальгали. Это что? Это павлин. А я думала, это бешеный индюк. Ну, индюк тоже. Павлин, который хвост открывает, это вас. Я хвостик маленький просто, да, ощупленный. Ощупленный? Это новое слово. Ощипанный, ощупленный. Мерис, ты все время скачешь в одной позе. Надо сосредоточиться. Давай. Руки не в рот. Я думаю, какую хая. Ну, давай. Я придумаю на хаю. Давай. Это проблема, что ты придумала хаю. Да, это проблема, что ты придумываешь животных. Это кто-то спящий. Это птица такая, которая крылья сушит. Это лягушка, которую подвесили головой. Летучая мышка? Что-то из музея. Да, думаю, в музее, в котором мы были, там было самое большое собрание чучел животных. Это этот... Птеродактер? Нет, этот, ну... Ятуш, который это... Большой комар? Нет. Значит, это этот динозавр, который летает. Летучий динозавр. Мишка. А можно его не статуи? Статуя. Ну, а сделай, как он в жизни. Он в жизни что делает? Руки поднимает. А, я знаю, это ленивец. Нет. Ну как, ленивец так делает? Нет, это, по-моему, Майкл Джексон. Ну, Мелисса, кто это рассказывает? Все. Робот, что за что? Робот? Мы думали, музей с животными, а это музей другой. Да, но это... Ай, Мелисса. Это будет интересно. Это будет интересно, да. Я не могу. Мы слишком много музеев с тобой обошли. Сядь, стыди, держи. Да ладно, это все тель-авивцы, ты их ничем не удивишь. Ты придумай животное. Пингвин. Как похож сразу, просто это первое. Ну ты похож на пингвина, особенно в этих штанах. И очки. Не, очки зачем? Это другие очки, не знаю. Конец очкам, они упадут. Это было вок, это поза вок. Это животное? Нет, это ищ. А, Майкл Джексон. Это точно Майкл Джексон. Это значки. Это непонятно. Ну, что, что-то непонятно. И кто же это? Крутой чувак. Крутой чувак. Это богатый.
вообще богатый. Вот так вот. Ты что стал? Ты можешь здесь бугмот из Санэль. Так, а что мне делать? Животное или не важно? Что ты хочешь? А что я хочу? Сейчас, мне кажется, люди здесь на улице, это в окнах, то есть высунутся и будут смотреть наше шоу. Я еще думаю, еще не перед. Какой спортсмен пробежал, еле ноги протащил мимо нас. Он еще не прошел. Я... Вот это чего? Сейчас, надо что-то подумать. Не все можно делать, нельзя валяться на полу. Определенно. Ну, ты что-то съебешь на полу. Ну, папа. Ладно, я как бы на четвереньках, да? Ты, Барсук, Гуля. Я на четвереньках. Или вот быстрее. Собака, хочу. С таким большим хвостом красивым. Пони. Любит куриц, собака? Животных. Он любит есть маленьких животных? Да. Даже я уже запуталась. Это у кого хищник. Такой хвост? Хищник с большим пушистым хвостом? Да. Барсук. Смотрите, что я принесла домой с улицы. В ботинке. Палку. Молодец я. Вот соус у меня протушился. Я, как вы знаете, томатные соусы тушу, когда они из красного становятся уже более бордовыми. И добавила батату. Сейчас перемешаю и буду яйца добавлять. Там Чарли лает, но он всегда лает. Что хотела сказать, вот так это выглядит. Я не ем яйца, когда они мягкие, такие, как это, всмятку, мягкие. Я всегда их до полной готовности готовлю и потом жду, когда из соуса выкипит лишняя вода. Я люблю, когда шакшука, знаете, такая вот прямо не сильно жидкая, а когда соус такой начинает быть, как бы сказать, хорошо протушенный и как бы более такой густой. Поэтому сейчас выходит лишняя вода, и, по сути, все готово. Ну да, еще по дороге надо было солить, перчить и все, что надо делать другое. Перчить, наверное, не буду, потому что Мелисса ее смущает перец. Потом просто можно, я люблю молотый перец, сверху посыпать. Вот такая у меня перечница, как это называется, мельница для перца. Она как бы с кнопкой. Замучилась я, давно замучилась уже перец крутить, у меня от этого болели руки, а перец я молотый добавляю, ну, везде, даже на бутерброд с каким-нибудь белым сыром, и поэтому для меня это must have. Вот, вопрос был решен очень просто, я купила такую, давно уже ее купила, нормально работает, там 4 батарейки обычных, и да, супер. И история, что это у меня на голове, да. Я отращиваю свой цвет, пробую, по крайней мере. История дня. Вчера вечером взяла себе ужин. Тарелку с пастой, ну такую простую, не там, просто сварила пасту, положила в тарелку, что я там добавила, кетчуп, несколько соленых огурчиков, такое, вот знаете, я люблю банально простую еду. Размешала, все несу, есть, думаю, что у меня там в тарелке странное? Бонин ус. Каким загадочным образом он залетел в тарелку, я не знаю. Но бонин ус оказался у меня в тарелке. Пришлось все это выбрасывать и делать новое. Да. Вот такие бывают истории, когда у вас дома собаки. Но меня это все совершенно не смущает. То удовольствие, которое мне доставляют мои собаки, оно не сравнится с усами в тарелке. Это все мелочи жизни. И еще, знаете, у нас было нашествие огромных комаров, таких гигантских. И сейчас резко вдруг прекратилось, они вдруг все валяются дохлые на полу. Я не знаю, что это, причем это по всей стране. У нас у меня здесь какой-то прыщ собирается. Да, смотрите. В группах даже обсуждают это. И вот сейчас просто как-то в один момент они все сдохли и свалились на пол.
Я этих комаров давным-давно не видела. И появились, причем в разных городах, мелкие тараканы. Не вот эти здоровые жуки, а мелкие рыжие тараканы. Говорят, что это из-за того, что была очень дождливая, такая влажная, долгая зима. Может быть, я этих тараканов в Израиле вообще не видела. Если уж, то гигантские эти жуки, которые на улице живут и залетают в дом, иногда, наверное, в доме живут. А тараканы вот эти рыженькие маленькие, они маленькие по сравнению с теми жуками. Там жуки вот такие, тараканы, они соответственно. Я их не видела очень много лет, и когда вот тут столкнулась недавно, что это за зверь бежит, что я там думаю, вот как ты выглядишь, рыжий тараканчик. Поэтому вот, лет 20 их здесь не видела, может быть, когда-то. Лет 20 назад, я вот сейчас пытаюсь вспомнить, видела ли я их когда-то вообще в Израиле? Видела, я думаю. Но 20 лет я про них вообще не вспоминала, в этом году попёрли. Не знаю, может быть, правда, из-за зимы. Красоту. Там вот этот батат. Вот он, смотрите, какая прелесть. Тут я вижу перчик, яйца. Шикарно просто, шикарно. Обалдеть. Я залипла на этой картинке, я залипла. В общем, вот так. Я включила сейчас фонарь, чтобы было видно, села на балконе. Вот таким образом я лично готовлю и люблю шакшуку. Я не очень люблю, когда она слишком жидкая, но, знаете, нету правильного рецепта шакшуки. Каждый делает, кому как нравится. Кто-то любит более жидкую, чтобы хлебом прямо яйцо макать, и соуса было больше. Я люблю, вот чтобы вот, вот он соус, чтобы он был вот такой вот. Ну и вот так. Огурцы с хвостиками. И пита. Домашняя, кстати, пита. И да, конечно, вот я добавила перец немножечко сверху. Молотый, но это из другой мельницы. Она более крупно делает. Перемалывает. Это из Икеи такая вот. Вот она. Все, приятного мне аппетита. И здесь у меня еще кофеек. Итак, дамы и господа, большое спасибо за внимание. Завершаю сегодняшний влог. Надеюсь, вам было интересно. Мелиссора хочет что-то добавить? Не знаю, может быть, что-то хочешь добавить. А? Это мы сделаем твое видео отдельно. Может быть, ты хотела попрощаться или что? Пока. Пока. Скромно. Пока. Так что всем пока. Что, только увидите все. Давай, вылези ты где. А что? Столько надо колорить. Мы тут на диване устроили мега лежанку, но у меня главное правило эту лежанку каждый день убирать. Что-то нам показать. Не устраивать здесь, знаете, такое в салоне постоянное лежбище. Нет. А почему у тебя морда лица в кетчупе? Я не собака. Все равно у тебя морда лица в кетчупе. Где вы трики? В общем, все. Не забывайте поставить лайк. Заглянуть ко мне в Инстаграм, Ксеньке в Инстаграм, подписаться на обновления мои, нажать, то есть на этот колокольчик, и чтобы не пропускать мои видео. Все. У тебя нет видео? Конечно, есть видео. А какое видео считать? У меня три канала, Мелисса, там полно видео. Да, ладно. Конечно. Конечно. Все, пока-пока.